I'ma blow up. Yeah. Боец Warface. Всего за 149 рублей ты можешь получить до 60 тысяч кредитов на свой игровой аккаунт. Warkit.ru. Новый формат кейсов Warface, где решает только твоя интуиция. Каждый шестой кейс бесплатный. Заходи, ссылка в описании. Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас рубрика 1 на 5. И меня попросили поиграть, короче, с снайпером. Вот, в прошлом ролике я устраивал голосование, насколько всем известно. О, меня поломали. Я поломал сколько смог. Дай мне подсадку, они прям вообще на красный залезли. Давай, быстрее. Опа, у меня перчатки скалолаза. Просто, изи байты. Так, ну пока тут все с единицы. Меня сейчас ломать будут. Ломай. Либо ты, либо ты еще резаешь. Это пот. Будет очень сложно. Привет, ребята, это Роуз. Ага. А, все. Меня тут поджали с двух сторон. Да. Очень жестко, очень жестко. Ладно, ладно, хорошо. Вот вы каковы, значит. Пойду попробую от квадрата сыграть. Это сильно. Да, это очень сильно. Да, это жестко. Не то слово. Будет больно. Я прям чую. Чую запах нагиба. Все опять единицы. Ну да. Ага, один поверху идет. А! 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 Я не успел! Я не спазумил ни хрена. Дерьмо! Все, все дерьмо! Я интересный раунд хотя бы заберу снайпером, нет? Вообще, по идее, снайпер не для игры один против пятерых. Вообще никак не для игры. Тем более на D17, да, но. Что есть, то есть. Как бы нужно привыкать ко всем условиям. Буду стараться, чё. Вот теперь двойки, смотри, сейчас в квадрат зайдет. Ага. Даже двое. Пацан пишет, мама, я в ютубе. В ютубе, в ютубе. Наша респа, наша. Квадрат. Наш верхний. Да блин, он меня заспамил опять. Горит жопа. Давай. Ножом его. Он не слезет. Слез. Почему такой пот? Ну я успеваю хотя бы убивать. Ну да, надо вверх. Давай, пойдем. Я буду пытаться сверху отыгрывать. Потому что, ну это вообще без шансов просто. Без шансов. Типа тебе только так, да. Они просто бегут и ломают, понимаете? Я прям маячком твоим. Я стоял, чекал вверх-вниз, но я что-то не углядел то, что у них еще снайпер в команде есть. Блин, ну я... Пойдем. А ты мину поставишь там. Или я там мину поставлю, чтобы мне в спину не залезли. О, точно, хорошая идея. Пойду в кишку играть. Будет больно. Еще больнее, чем сейчас. Можно прям, чтобы я тебе один раунд даже брони подавал. Фора, да, такая? Да, ну тихо. Это типа этот. Можно они на единице. Вверх есть. Упал вверх. Уходи. А, там уже с нашего верха. Все, забей. 6-0. Изи поражение. Но, в принципе, другого просто не могло быть на самом деле. Вот, я не знаю, зачем все люди проголосовали за снапа. Хорошо, ладно, за снапа проголосовали. Фиг бы с ним, я сыграл. Я сыграл даже в плюс, я даже сыграл почти в двоечку. Это полбеды.
Блин, зачем мне дали болт? Причем болт такой довольно медленный. Ну нет, он хорош. Он хорош. С этим не поспоришь. Для варбаксов на время он очень хорош. То есть у него и зум довольно быстрый, и, в принципе, играть с ним возможно, но... Но не 1 на 5 на 17, да. Ладно, ребята, надеюсь, я очень на вас надеюсь, что в следующий раз вы примете разумное решение, вот. Голосование справа будет также наверху, да. То есть медика там не будет, как обычно, потому что медиком 1 на 5 вообще невозможно играть, вот. Следующую катку давайте решайте, каким мне классом играть, и... Само собой, пишите в комментариях оружие, которое наберет больше всех лайков, само собой, с тем я буду играть. Вот, но только давайте там без всяких дефолтных там и тому подобных, это будет слишком зашкварно. Ну хотя, дефолтная М-ка еще куда ни шло. Так что я рассмотрю этот вариант, это вам такой намек. Все, ребят, огромное вам всем спасибо за просмотр, вот как-то так у меня получилось сыграть. Вот, Мишаня, тебе отдельное спасибо за мои перчаточки. Ну... Как есть, чувак. Ну, ты сам понимаешь, D17, давайте, снайпер, давайте. Один против пятерых, слишком сложно. Давайте топить за ФАМАС. За ФАМАС? А, ну да, я с Энфилдом ты ничего не сделал, еще и за ФАМАС, конечно. Ладно. Там можно ставить прицел, ну, я не знаю, там, я если с ним проиграюсь, в принципе, то могу попробовать, чё бы нет, в принципе. Ладно, ребят, в общем, еще раз огромное всем спасибо за просмотр, голосование все вы увидите там справа наверху, само собой в комментариях оружие пишите, вот. Все, всех люблю, всех целую, всем давайте, до новых встреч. Пока-пока. А сейчас подведем итоги розыгрыша из предыдущего видео на VIP-статус на 100 дней. Копируем ссылочку, вставляем ее на сайт, который выдает нам рандомный комментарий. Максим Рожук, ну что ж, я поздравляю тебя, чтобы забрать свою випочку, обязательно отпишись мне в личку на ютубе в течение суток.